Закавказский металлургический завод имени Сталина в Руставе, вступивший в строй после войны, непрерывно растет. Сейчас здесь идет освоение прокатного стана 320. Это новый большой цех. Молодые грузинские рабочие обучались прокатному делу в Днепродзержинске у старейшего мастера Михаила Михайловича Зигзина. Раскаленные заготовки паральгангом подаются к волкам стана. Новый стан рассчитан на выпуск сортового проката различных размеров. Молодые прокатчики Грузии с первых же дней работы стали успешно применять на своем заводе опыт украинских мастеров. Прокат Руставского завода пойдет на производство предметов широкого потребления и изготовление арматуры железобетонных конструкций.